Петергоф. Парадная летняя резиденция русских императоров, столица фонтанов, садов и парков. Он создавался по замыслу Петра как триумфальный памятник победам русского оружия в Северной войне и первая в России морская резиденция. В переводе с немецкого языка Петергоф означает «Петров двор». Впервые он упоминается в сентябре 1705 года. В путевом журнале Петра I записано: «Сентября в 13-й день наша Шнау-Мункер пошла в Петербург. После полудня в 4 часа против Петергофа кинула якорь». Строили петергофскую резиденцию талантливые европейские и русские мастера. 15 августа 1723 года состоялось ее торжественное открытие. К этому времени сложились почти все основные элементы композиции Нижнего парка. После Петра на протяжении почти полутора столетий здесь, в 29 километрах от Санкт-Петербурга, на южном берегу Финского залива, продолжалось формирование дворцово-паркового ансамбля. Какие замечательные цветочки, да, ну? Что это за дерево такое? По сторонам Большого каскада раскинуты два партера. Они совершенно одинаковы по размерам и узорам цветников. В центре каждого партера, словно хрустальные свечи, высятся фонтаны-чаши, или большие фонтаны. Они находятся на одной линии с Самсоном, подчеркивая его мощь и красоту. Фонтаны-чаши соорудили в центре ковровых цветников в 1722 году по проекту архитектора Никола Микетти. Кипящим струям больших фонтанов вторят каскады и водометы на зеленых террасах перед дворцом. Главный герой торжества – Самсон, разрывающий пасть льва, из которой, как последний рык побежденного зверя, вырывается 20-метровый водяной смерч. Швеция и ее король Карл XII обычно изображались в виде льва, который был частью шведского герба. Дворец как бы венчает собой главное фонтанное сооружение Петергофа – Большой каскад. Идея его создания принадлежала Петру I, который решил завершить перспективу морского парадного въезда в царскую резиденцию нагонным дворцом и грандиозным фонтанным сооружением у его подножья. Напротив террасных водометов высятся стройные воронихинские колоннады с золочеными куполами и фонтанными вазами на кровле. Они названы в честь архитектора, который их проектировал взамен обветшавших деревянных галерей петровского времени. Удлиненные фасады колоннад, словно кулисы, отделяют партеры от парка. Лестницы, ведущие в колоннады, охраняются изваяниями львов, высеченных из розового гранита по моделям скульптора Прокофьева. Длинно по прибытии нашей мы вошли в прекрасный большой канал, протекающий прямо перед дворцом. Этот канал длиною до полуверсты и так широк, что в нем могут стоять два буфера. Что видно? Рассказывай. Аудиогид. С образцами венецианской скульптурной пластики начала 18 столетия знакомит убранство фонтанов самой длинной двухкилометровой Марлинской аллеи.
Она проложена от восточной границы Нижнего парка до Марлинского пруда в западной части. Два фонтана, Адам и Ева, устроенные по замыслу Петра на одной из старейших аллей Нижнего парка, соответствуют принципам симметрии, заложенным в композиции всего ансамбля. Нижний парк, как и верхний сад, заложили в модном французском стиле, получившем название регулярного. Характерные черты этого стиля – четкая геометрическая планировка, симметрия, сложная фигурная стрижка деревьев и кустарников, изысканность цветников, обилие фонтанов и декоративной скульптуры. По принципу симметрии фонтану Адам соответствует фонтан Ева в западной части парка. Западную радиальную аллею, соединившую центральные цветники с фонтаном Ева, замыкает павильон «Эрмитаж», построенный на самом берегу Финского залива. Автор проекта – немецкий архитектор Иоганн Браунштейн. В переводе с французского «Эрмитаж» означает «место уединения». Здание окружено глубоким рвом, который летом наполняется водой. Мостик, перекинутый через ров, в 18 веке был подъемным. Павильон предназначался для уединенных увеселений хозяина в тесном дружеском кругу. Чего? Уединиться. Где? В Эрмитаже? Вот этот, который за спиной у нас? Ну, пошли за сколько раз? 150 рублей? 250 для вас и 150 для меня. А, купить? Не надо. Вон в лесок лучше пойдем. Да. По замыслу Петра I, каждому дворцу или павильону в парке должно соответствовать фонтанное сооружение. Для Эрмитажа этот замысел был осуществлен лишь в 1800 году, когда по проекту архитектора Андрея Воронихина из пудовского камня был построен Эрмитажный каскад. Его украшали бронзовые скульптуры львов. Спустя полвека из-за разрушения мягкого камня каскад был перестроен в мраморе и граните по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. За новым сооружением закрепилось название «Львиный каскад». Сохранив в декоративном убранстве каскада фигуры львов, центр бассейна украсили скульптурой нимфы Аганиппы, покровительницы источника, созданной по модели Федора Толстого. После смерти Петра народ использовал 70 миллионов для знаки посад и члены Петроградской полуции. Реконструкция началась в 16 году. Продолжается по сей день и закончится в ноябре 17 года. При его реконструкции используются такие материалы, как железо, резина, краска оранжевая. То есть бульдозер марли, обратите внимание. Название Марли происходит от названия резиденции французского короля Людовика XIV Марли-Леруа, которую Петр посетил в 1717 году. Строительство дворца по проекту архитектора Иоганна Браунштейна завершилось в 1724 году. Она не так говорит. Вдоль липовой аллеи, которая находится на южном берегу Большого пруда, на равном расстоянии друг от друга расставлены фонтаны Тритоны. Миниатюрные тритоны контрастируют с двумя менажерными фонтанами, композиция которых очень выразительна. В огромных круглых бассейнах, подобно хрустальным колоннам, вздымаются водяные столбы, создающие впечатление очень мощных водометов. Менажерные фонтаны украшают партер перед каскадом «Золотая гора». Именно во Франции у Петра родилась идея создать Марлинский каскад в Петергофе.
Он был построен еще при жизни Петра по проекту архитектора Микетти, но окончательный облик приобрел в 30-е годы 18-го столетия, когда вертикальные стенки ступеней были облицованы золоченой медью, создающей интересную игру света сквозь зеркало падающей воды. С тех пор каскад получил название «Золотая гора». Пластический декор каскада включает 16 статуй и 3 маскарона. Впечатляет. Перед западным фасадом дворца устроен секторальный пруд, представляющий полукруг, разделенный 3 каменными арочными мостиками на 4 сектора. С петровского времени в петерговских прудах разводили рыбу, которая поставлялась к царскому столу. При Петре была введена традиция кормить рыбу по звону колокольчика. С западной стороны от дворца Марли в 18 веке находился сад Бахуса, который не сохранился до наших дней. Сегодня эта часть парка украшена мраморной скульптурой Афины Паллады Джустиниани, богини справедливых войн. Вынутая при сооружении прудов земля была использована для строительства земляного вала, защищающего от северного ветра сад Венеры, разбитый перед восточным фасадом дворца. Вал укреплен кирпичной стеной. В ее нишах росли вишни, ветви которых прикреплялись к трильяжному каркасу. В настоящее время в нишах высажен дикий виноград, а в саду, как и прежде, растут яблони. Дальше сдвигаемся. Что мне есть? Нет, ты что ешь? Обманул, ничего нету, да? У меня ничего нету. Есть у кого ничего-нибудь белки дать? Почти я не делаю это. Давай. Пошел. Ну, пожалуйста, поставим кухню.
В ресторан Белка пошел. С центрального мостика открывается прекрасный вид на Большой дворец и каскад у его подножия. При Петре I морской канал был парадным въездом на территорию резиденции. Гости прибывали в Петергоф на кораблях, на пристани пересаживались в шлюпки, которые по каналу подходили к подножию Большого каскада. Уровень воды в канале поддерживался с помощью шлюза. Вдоль морского канала расположена аллея фонтанов, созданная 22 водометами. Они образуют великолепную хрустальную колоннаду, ведущую от моря ко дворцу, и вместе с морским каналом составляют одну из главных достопримечательностей Петергофа, которая подчеркивает приморский характер резиденции. Западнее Екатерининского корпуса на берегу залива установлена бронзовая статуя бога морей Нептуна. Его отливали в 1716 году на Московском литейном дворе. Эта наивная по трактовке скульптура, близкая по манере исполнения к деревянной резьбе, первая статуя светского характера, исполненная в России. С восточной стороны сада находится целый комплекс хозяйственных построек 18 и 19 веков. Их объединили в музей, названный банным корпусом. Здесь находится любимый загородный дворец Петра Монплезир, что в переводе с французского «моё удовольствие». Приморский дворец овеян духом Петровской эпохи. Он прост, лаконичен и предельно четок. Проходя по галереям дворца, можно одновременно любоваться морем и садом. В любимом Монплезире Петр создает одну из первых в России картинных галерей. Около 200 живописных произведений западноевропейских художников украшали стены этого дворца в Петровскую эпоху. Это один из самых интересных музеев Нижнего парка. Он знакомит посетителей с бытовой стороной жизни императорского двора. Небольшой сад перед дворцом привлекает красотой и гармонией. Аллеи делят его на 4 квадрата с одинаковыми узорами цветников. Можно и как бы из места, из морковки, скажем, какой-то, свеклы, петрушки. В цветниках сверкают бронзовые золоченые статуи Аполлон, Вакх, Фаван с козленком и Психея. На пьедесталах под скульптурой укреплены диски с закругленными краями. Вода, соскальзывая с них, образует прозрачные водяные колокола, поэтому фонтаны назвали клоши, что в переводе с французского «колокола». В углах Монплезирского сада притаились водяные забавы 18 века, фонтаны, шутихи, диванчики. Они неизменно восхищают посетителей неожиданностью действия. При попытке подойти к дивану, из маскаронов и туфовой горки, находящейся под ним, с шумом вылетают водяные язычки и брызги. Одновременно вверх поднимаются высокие водяные струи, скрытые в камнях, разбросанных перед диваном. Thank you.
нашу тихо «елочки» представляют собой металлические деревца, стволы которых прочеканены под кору. Из веток брыжут тонкие струйки воды. С оранжерейным садом соседствует самая большая площадь парка. Она напоминает нарядный зал, раскинувшийся под открытым небом. Главное сооружение площади – каскад «Шахматная гора». Свое название каскад получил благодаря сливным ступеням, расписанным в середине 18 века черными и белыми квадратами в шахматном порядке. На этом наша экскурсия окончена. Все по домам. Тут клумбу, пожалуйста. Сними. Что-что? А потом уже по домам. Вон тут клумбу. Какую клумбу? Саксы. Где клумба? Куда клумба? Тут. Это что? Обратите внимание о том, что уже стало долгой традицией. На этом празднике, в день рождения любимого города, пройти торжественную церемонию вручения знака отличия почетной жителям муниципального образования города Петербурга. Перед южным фасадом Большого дворца располагается верхний сад. Его площадь 15 гектаров. Водная декорация сада состоит из 5 фонтанов, которые появились только в 30-х годах 18-го столетия, в царствование Анны Иоанновны. Царь Петр свое внимание уделял созданию фонтанов Нижнего парка. В верхнем саду Петровского периода было 3 бассейна, служивших накопителями воды. А в баскетах-городках находились овощные грядки, росли фруктовые деревья, ягодные кусты. До наших дней сохранилась планировка сада, созданная к 1724 году по графическим наброскам Петра, а также чертежам и указаниям архитекторов Леблона, Браунштейна и садового мастера Гарнихфельта. Сегодня верхний сад является образцом французского регулярного паркостроения. В его северо-западном баскете восстановлен небольшой Петровский огород. Фонтаны являются поистине душой петровских садов. В Петергофе вода к ним поступает самотеком с Ропшинской возвышенности, богатой ключами и родниковыми речками. Ропшинские высоты расположены в 20 километрах к югу от Петергофа, на высоте более 100 метров над уровнем Нижнего парка. Естественный перепад высот позволил отказаться от дорогих насосов и водовзводных механизмов. Поступившая по каналу вода собирается в специальных прудах-накопителях на верхней террасе, откуда по трубам подается к фонтанам. Отработав в фонтанах, она уходит в Финский залив. Автором идеи создания грандиозного фонтанного водовода был сам Петр, а строил водоподводящую систему русский инженер-гидравлик Василий Туволков, получивший техническое образование во Франции. Прошло более 3 столетий, но основанный Петром, созданный его гением, Петергоф продолжает восхищать удивительной гармонией природы и творением рук человеческих.